разрешите, мы с вами споем. У нас есть одна песня. Она, я написал музыку, она написала слова. Я был в стройотряде, она работала в стройотряде параллельно. Ну, это, в общем-то, посвящается, эта песня девчонкам. Штука Ленка, это наша шабашка. Я понимаю, ну, ты, да. Ты поймешь, эта песня посвящается прямо девчонкам в штукатурщицам, которые все лето работают в мастерках. Отряд собирает, возвращаться пора по домам. Но долго девчонкам будут сниться, как душ лежит и звезда на ресницах, заляпанная роба вместо платья и верных рук надежное пожатие. На Свердловске встретят лекции и конспекты, и лицесть, и зубрёжка до утра. Но как только придёт снова лето, рюкзаки собирать нам пора. Но долго девчонкам будут сниться, как душ лежит и звёздка на ресницах, заляпанная роба вместо платья и верных рук надёжное пожатие. Но однажды девчонке сгрустнется, мастерок друга пустит она. На глаза вдруг слеза навернется, ты последней была целина. Но рука девчонка будет сниться, как душ лежит и звездка на ресницах, заляпанная роба вместо платья. Верных рук надежное пожатие, и верных рук надежное пожатие.
наверное, все. Геннадий вошел во вкус. Да. Он пишет остатки ленты до ухода. Пиши, пока аккумулятор.